Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. Да-да. Ну что, ребятушки, коллекция 20. А что у нас вообще по... А, 305 кредитов. 305 кредитов. Сахар, специи, много льда. Ну типа-типа, да? Так, ничего бесплатного здесь нету? Новая карта через 1 час 20 минут. Оуч. Призрачный гонщик. Так, это я бы сказал, всадник без головы, ребята. Кто это? Селена? Эхо? Понятно. Так, ну что, друзья мои, давайте-ка пока, наверное, мы... Так, не было у меня, хочется прокачаться. Ну давай, я не против. В легендарочку ее перевести. Так, 50 кредитов в плюс. Ать, до бустеров-то не доперли. Так, хранилище коллекционера. Ключ от тайника. Так, ребят, ну что, сделай мне колоду. Блин, все колоды, которые, ребята, она делает, ну такая бредятина, если честно. Ну что, повышайте уровень коллекции, повышайте уровень коллекции и все тому подобное. Поехали. Чуть-чуть до ранга. Мне бы, ребята, новый какой-то титул бы получить, было бы, наверное, неплохо, да? Эзиквил. Никогда не везет. Ну, парень, насчет никогда не везет, не свисти мне, пожалуйста. Ох, какая у меня карточка магнета, ребята, а? Нравится вам? Новый скинчик у нее. Подожди, я же думал, блин. Видишь, новые скины, когда появляются. Первый урок, который заполнит локацию. Что там будет? Начнет... С базовой колодой стоимостью 6. Плохо. Плохо, что он мне рубанул эту карту, гаденыш. Копирует самую дорогостоящую карту из руки вашего противника. Ёк-макарёк, он у меня, ребята, там. Что же он там у меня, гад, скопировал-то? Самую дорогую, это получается это и вот это. Магнета рубанул. Лучше бы ты рубанул вот это вот. Посмотрим, что получится, ребята, у нас из этого. Блин, мне нужна Хелла. Без Хеллы фиг ли я тут буду делать. Уже хорошо, друзья мои. Что там? Снэп сделал, да? Или мне показалось? Блин, надо было сюда его ставить. Ё-моё, чё ты, Рэй, тупишь-то? А зачем нам его сюда ставить? Чтобы он нам уничтожил карты? Ну, это бред. Это бред, ребята, был бы. Наивный, ну ладно. Карнейдж, нова. Ой, какая, ребят, хорошая карта вышла здесь. Заблокировали. А вот и Хелла, ребят. Ставим, конечно же. Мы ему заблокировали. Я не знаю, что он там хотел сделать, но все карты у него без способности остались. Друзья, вам не кажется, что озвучечка появилась у карт? Я это вначале увидел у Хеллы, как она сказала, а потом еще и Инфинитус этот.
Нормально. Слушай, неплохо, так сразу с тобой в ранг. Хоба. Красиво. Красиво было сделано, друзья мои. На самом деле красиво. Я думаю, многие согласятся. Так, выиграйте матчи, разыграйте карты. Разыграйте карты. А, нам нужно еще матчи со снэпом выиграть. То есть 8 снэпов нужно сделать, ребята. Я только один сделал. Ну что ж, будем стараться. Кто-то мне говорил: Рэй, посмотри колоды. Ребята, осмотрел, короче, колоды я. Прям вот список колод лучших. Но, понимаешь, это, наверное, как и везде. Как и любой рандом. Они могут работать, а могут и не работать. Нет такой колоды, которая бы работала бы офигенно всегда. Ну нету, ребят, ее. Ой, ой, как повезло. Так, добавляет в... Давай. Ой, как великолепно, друзья мои. Нифига. А что за дак? Что он делает? Да дай почитать ты. Постоянно коснитесь, чтобы увидеть верхнюю карту своей колоды. При скрытии плюс один максимальной энергии постоянно на заход можно разыгрывать только одну карту. Такое себе. Ох, сейчас я, ребят, тут навырубаю себе. Так, инфинат улетает. Самую дорогую карту скинет, да? Насколько я помню. Если вы здесь разыграете карту, добавляет ее копия на другую локацию. Давай посмотрим. Мне Хэлла нужна, ребят. Так, минус Дум. И минус Электро. Что делать? Ну давай поставим сюда. И сюда. А нафиг я камень-то буду рубить? Ай, дурила, а. Молодцы. Ай, блин. Ну что-то я тут жестко как-то. У меня карт не осталось, друзья. Магнета. Тебе не кажется, это... Что мне гоблина выкидывает? Я больше ничего не могу сделать. Блин, я снэп забыл поставить. Просто такую сделал. Заварушку, блин. Так, это новый магнит, который можно, ну, карту прокачать. Так, кстати, у нас тут что такое? Что, я не вижу, прогружай карты. А, 200 кредитов. Спасибо. Так. Заставьте противника отступить. Типа я его заставил. Погнали дальше.
На самом деле, мне еще не хватает, ребята, очень много карт для вот этой колоды на сбросах. Нету гиганта у меня, которого тоже хотелось бы получить. Здесь нельзя же разыгрывать карты на шестом ходу. Вот смотри, все вроде бы четко, но... Пятый, восьмой, шестой. Ну, третий ход только мастер меча. Постоянные эффекты здесь удвоенные. Домино. Она без способности. Значит, он что-то хочет сделать, ребят. Так. Из рук противника. Слушай, этот вот... Ладно, давай сюда поставим. А он у меня вытянул дорогущий. Это, наверное, Инфинат и Дед. Но Дед он запарится ставить, потому что ему вряд ли получится 12. Кто там? Кто там? А, Мистик. Мистер Бомбастик, да? Смерть скинули. Джибили. Нельзя разыграть на шестом ходу, да? Слушай, ребята, он же не зря. Он же не зря, наверное. Я у него скопировал Железного человека. Он же хочет их приумножить всех. Поэтому если мы сейчас его заблокируем, это будет хорошо. А если не заблокируем, это будет паршиво, ребят. Он делает седьмой ход. Мы ему сейчас запечатаем все карты, ребята, из Железного человека, и у него ничего не выйдет. Просто ничего не выйдет у него. Все. Ну что же. Пора. У него все карты, которые там со способностями, ребят, просто блокируются. Кроме тигриц. Эх, ну что у нас там, ребят? Железный человек поставим, да и все. Больше мне ничего не надо, в принципе. Ну и все. До свидания, дядя. А он хотел, наверное, Железного человека вывести, ребята, но... Дело-то гнилое было, понимаешь? Никак у него не получилось бы. Как бы он там не хотел, не вышло. Мы с вами очень хорошо идем, ребята. У нас 355 кредитов. Плюс сезонный пропуск. Аж две штуки. Сейчас посмотрим, что нам тут выпадет. Нам выпадает с тобой сотка на золото. И выпадает еще 200 кредитов. Ну это прям вообще роскошь какая-то. Прям, блин, роскошь. И я могу... Я могу улучшить карты, ребята. Надо только посмотреть, какие. Блейда. Вот Блейда. Наверное, стоит, ребята, Блейда прокачать. Мне нравится, как он говорит таким голосом. Animated.
Навижно, 10 бустов. Нормально. А, еще можно? Ну, давай. Блестящий логотип. Опа. Так, хранилище, что нам выпадает? Хазмат. При раскрытии снижает силу всех остальных карт на один. Снижает силу всех остальных карт на один. Такое себе. Ну, силу снижает, ребят. Ну, сами подумайте. А нафиг два одинаковых-то? Два одинаковых этих. Жалко их нельзя, ребята, распылить или что-то с ними сделать. Бишоп. Вот такой крутой, а. Так, ну что, поехали дальше. А, я еще задание выполнил, да? Чего там? А, подожди секунду, здесь 600. И здесь 1200. Слушай, 9 ранг. 9 ранг, ребята. И 15 бустеров на черную вдову. На черную вдову. Ну что, еще партийку. Блин, чулок так болит. А, на этом столе, ребят, постоянно локтями елозишь, блин. Водички надо налить. Теперь беру вот такие вот баклажки большие, ребят. На дольше хватает. Ну и что тут, блин, у нас получается? Да фигня, ребят, получается, я тебе скажу. Не очень удачный заход. Совсем неудачный. 6, 4, 8. Тот, кто первым положит сюда ровно две карты, вытаскивает карту. А бац, это что новое, друзья мои? Раньше не было такого. Так, что-то мне вот это знакомо, друзья мои. Ну чё? Не будут раскрываться до конца игры, понятно. Угу. Поехали. Я надеюсь, не Хэллу скинет. Давай вот его Дед скидывай. Патриот. Нормально, да, так? Ну что, ребят, блокируем, да? Это фигня получается, ребят. Шокер. А мы только с собой одну карту уничтожили, да, получается? Ну да. Шесть, так, ну давай сюда попробуем, ребят. Посмотрим, что он там сделает сейчас. За карта, блин. Ах, твою налево, ребята. Если бы знал бы, я бы сюда, конечно, бы его поставил бы. Пипец. Ну, откуда я знал, что у него альтрон, блин. Но главное, что мы его заблокировали. Блин, я думал, что у него что-нибудь там слабенькое выйдет, и мы перетянем карту. Ну, видишь, я обделался немножко здесь. Надо было запоминать, что когда есть, умножает он на один через патриот, то обязательно должен быть альтрон. Чё там? Самую дорогостоящую карту из руки вашего противника. Офигеть у него.
Финат у него, да, значит, есть. Так, ну я думаю, уничтожим это, понятно. Добавляется глыба на сторону проигравшего. Дэдпул. Ага. Наверное, пока ничего не будем ставить, ребят. Через Карнейджа он, наверное, будет играть. Я так понимаю. Ну, так вот делать, ладно, хрен с ним. Да я даже не знаю, ну, давай этого поставим. Только вот сюда вот. Нету почему-то ни Блейда, никого, блин, ребят. Ну, ты, ну что это за дела? Как бы, ну... Ну вот, Блейд выпал, блин. Дороже стоит, твою налево, а. Да то, что он там это, мне как-то сейчас мало, честно говоря, колышет это. Меня больше интересует последний ход у нас. Давай так сделаем. Я не знаю, что тут можно, ребят, еще придумать. Тут как, вообще рука не зашла. Снэпать я ничего не буду. Так, ангел. Блин, у него смерть. И кто? А, ну мы выиграли. Тут нам повезло. Нам повезло, ребят, на самом деле здесь. Могло все выйти намного хуже. Так, забираем здесь. И забираем здесь. Уже 10-й ранг, друзья мои. Торжество адского пламени, глава 3. Разыграть карты с эффектом при раскрытии. Выполните сложное задание на это. Выполнить сложные ежедневные задания. Смертоносные обстоятельства. Разыграйте карты суммарной силой 500. Улучшите карту. Разыграйте карты с постоянным эффектом. Слушай, карты с постоянным эффектом. Прикинь, да, такой с ледяной пухи, с такой бомбит. С постоянным эффектом. Это что за карты у нас такие с постоянным эффектом? Я, если честно, не помню, хоть убей. Может, патриоты качнуть, ребят? А-а-а-а. Такой простой, давай говорю, патриоты качнем, у него... Джиггернаут. Веселый, конечно. Веселый скинчик у Джиггернаута. Так, Нагамору. Нагамору, ну, в принципе, нормально. Так, можно еще, да? Рина. Нет, не Рина, подожди. Рина это у нас... Давай. Блин, подожди, я не могу понять. Вот это что? А, так меньше сотки все равно нельзя. Все, ребят, что это тут тупорыли-то? Опа, 180, нормально.
Так, дальше продолжаем ребят улучшать. Да блин, а чё же он тогда это моргает-то? Триста скрул. Ладно, тогда надо на самое начало, наверное, идти. Тут шо и шо спайдер, это разные карты? А нет, это одинаковые просто скины. Разные, ну чё, придется от тебя тогда. Блин, даже этого не могу. Вот, могу. Ракета. С такими... Бандура, блин, стоит там, бедный. Пыхтит. Видишь, еще две карты, но... Я сомневаюсь, ребят, что за 80 я что-то смогу там прокачать себе. Не, это так они, наверное. Для общего куража, так скажем, поставили. 5 часов утра, блин. Через 5 часов на тренировку идти. Ё-моё, блин. Сонар... Сонамаракси. Сонармакси. Блин, вот сейчас бы вот, если бы на третьем ходу Свордмастера разыграть, да, и Геликарьер, он бы мне разбил бы. Да что ты мне копируешь, блин, Фуфляндию какую-то. Кстати, запомни, ребята, что у него есть Шанчи. А он скопировал все мои карты, вот эти вот. Вот эти две. Или эту, ну что-то из них. Плюс один к энергии на этом ходу. Ой, так сделаем, наверное, так. Пока только так. Да ядрен, матрен, ну нахрена ты этого-то разобрал, блин. Так, о, блокируем, друзья мои, да? Чтобы на шестом ходу он не сделал там что-то супер-пупер опупенного. Сколько он стоит? Две, а он перетягивает 3-4. Ну давай. Ты, блин, серьезно утырок, блин? Геликарьер, ребята, он вытащил, блин. Это моя карта. Это моя карта, блин. Шлепок. Зря, конечно, Шанчи тогда убрал. Ну, кто знал, ребят, как там надо. Ой, блин, офигеть. Что, Страйдер попадает под Блейда, блин. Офигеть. Мне такой расклад не нужен. Локджа тоже, ребята, не буду скидывать, блин.
Да это Питер... Я не знаю, как это назвать, ребят. Давай так поставим. Лоджи, фиг с ним. После Лоджи поставим Блейда. Что-то он вообще ничего не делает. У него там супер мощные карты, что ли, я не знаю. Ладно, давай так пока сделаем. Снэпнусь я, наверное. Что-то ждет, выжидает. Я не знаю, что, ребята, выжидает он. Джубили. Магнета. Так, ребятушки, давайте, наверное, сделаем вот так вот. Лупанем, как говорится. Угу. Ну и вот так вот сделаем. Интересно, у него хэл есть или нет? Goodbye, my friend. Goodbye. У него была, ребята, хэлла. Собака. Ты прикинь? У него она была, ребята. Только она была у него где-то там. В колоде, так скажем. А так бы, да, он бы там бы... разгулялся бы. Сморчок. Так, сбросить карты сделали. 13 ранг. Солидно, ребята. 13 ранг, сезон, пропуск. Еще 200 кредитов. Итого 530 у нас. Ты не помнишь, кто у нас там на легендарку тянул? Скрул, да? Скрул, по-моему, тянул на легендарку. Ну да. Супер скрул. Отлично. Так, хранилище, чем порадуешь? Определенно не Альтрон. Ну да. Это же точно, определенно не Альтрон. Так, а сколько у меня там еще? Не вижу. А, 280. 280. Так то же самое, да? Ну да. Как-то вот надо что-то с ними сделать, блин. Как-то их можно там... я не знаю, убрать, разобрать. Может, Немора? Давай Немора. До эпика. Приподняли его. Так, бустеры на что? На хазмат. Только что которого мы сегодня получили хазмат. Угу. Четырнадцатый ранг. Разыграйте карты с постоянным эффектом. Так, выполните ежедневки. Выиграйте на всех трех локациях. Блин, ну это... это, честно говоря, тяжеловато сделать. Разыграть на трех локациях-то, да? Чиф. О! Блин, так сейчас карту дадут еще одну. Ну, слушай, нормально.
Слушай, эта локация Белый дворец, походу, будет всегда, ребят, попадать. Он у меня скопировал какие карты? Да вот эти две. Верно? Но зато мы знаем, что у него белая тигрица есть. И... Да ё-моё, еще копию, блин. Хэлла. Ребята, мне выпала Хэлла. Уже хорошо. Но вот белая тигрица, через чего он будет играть? Неужели он этого хочет поставить? Этим я не могу рисковать теперь уже, друзья. А что он сделал? Что-то не получил, что он сделал. Давай так поставим. 5, нормально? А он тоже ему, блин, поставил, а? Вот шлепок. Блин, он мне все сравнял карты, мне... Не вариант, ребята, так делать. Есть огромный риск, что я скину Хеллу. А это будет очень плохо. Что я тут могу сделать-то? Ну, за эту локацию уже бороться нет смысла, да? Я так понимаю. Ну, что-то тут вообще, ребят. Ну что, ставим сюда, уничтожаем тигра, да? А Хэлла уже в конце поставим тогда, получается. Так. Плюс 7, 21, да, получается тоже. Давай посмотрим. А, ну да, да, да. Слушай, а не до хрена ли ты там смертей-то набрал себе? Все. А, подожди, тут же, когда идет под ничью, выигрывает он, потому что у него, ребята, 64 здесь. За счет железного человека. Ну, Наки, железный человек, вот это вот, оно все сыграло, ребят. Там никак по-другому, ну, там ничего не сделаешь. К сожалению. Разобрать не разберешь. Постоянные эффекты. Ну, ну, у меня нет чаровницы, ребята. Была бы чаровница, да, мы бы убрали бы постоянные эффекты, и тогда бы они бы сдулись бы. Но, по-моему, если железный человек уже проапал карты, то, по-моему, мы уже забрать не можем обратно вот эту силу, которую он дает им. По-моему, так. Я могу ошибиться, ребят. Вот кого он сейчас... Вот кого-то он сейчас скинет мне. Давай посмотрим. Надеюсь, не Хэллу. Нет, не Хэллу. Седьмой ход. А мне что выпадет за карта? Плешивый шокер, блин. Да я пока ничего не буду ставить, ребят. Вообще какая-то трабла, блин.
Я ничего не могу поставить. Ну и что делаем? Так, итак, поехали. А кто здесь у него, интересно? Я думаю, проиграл, ребят. Хотя, ты знаешь, не факт. А, даже сейчас посмотрим. Ну да, мы выиграли. Или нет? Выиграли, да. Там просто по очкам надо было. То есть 17-22. Ну, напряженно, напряженно, ребята. Так и прыгаем на этом 16-м ранге. Ни туда, ни сюда, блин. Ну, на трех локациях, блин. На трех локациях, ребята, нужно выиграть. На всех трех локациях, ты понимаешь? Это, блин, надо еще умудриться так сделать. Обычно же всегда все ставят на какую-то определенную одну локацию. Ну, как бы, если видишь, что ты на той локации проиграешь, например, на первой, ты будешь делать акцент на вторую. Не сложно сделать, чтобы и там везде угодило у тебя. Угу. Ну, тут понятно, тут начинаем с Локджо. А, нет, Блейд. Блейд, друзья мои. После этих ходов, ага, все превращаются в Халка. Угу. А что вот это делает, чувак? В начале игры открывает потенциал беспособности. Уничтожает карту, если она перемещается сюда на 6-м ходу. При раскрытии подсветят две карты скалы. Давай ему две карты скалы подтасуем. Я надеюсь, у него шанчи нету. Равниться. Веном. Что-то мне не нравится ионное вот это вот. Что-то мне не нравится, ребят. Что-то он хочет здесь замутить. Так, ну ладно, 7-й ход, допустим. Забарковать ему карты, если только. Блин, он сдался. Он сдался, друзья мои. Так. Ну давай, 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 прокачивайся. Фреймрейк. Фреймрейк.
Так. Улучшите карты, выиграйте матчи и возьмите карты. Ну, тут осталось, ребят, три задания этих довыполнить. Может быть, в принципе, закругляться, а то уже время действительно, ребят, до финиша. Утро уже вовсю в окно стучится, я... Блин, сверхпоток. Как ты не вовремя, а? Точнее, ты вовремя, но не для меня. Ребятушки. И надо же, как ему повезло-то. Блейд у него сразу выпал. Хм. Другую карту ты не мог, блин, сбросить, а? А он скидывает с руки? Из вашей руки. Ага. Так. Он же только одну карту, да? Блин, патриот, ты как-то вот влез, блин, ни туда, ни сюда, блин. А он будет блокировать или нет? Даже не пшикнул, да? Блин, даже не пшикнул, а? Давай посмотрим. А умножать ее не надо, блин, тоже, блин. Ну и че, хэллу ставить? Ха, твою налево, блин. Засранец. У него, ребята, почти как у меня была колода. Ну, конечно, не такая почти, как у меня. Но ты видишь сам прекрасно, на что у него тут все насбросано. Это что такое? По карте с руки каждого игрока. У меня такой нету, ребята. Лунного рыцаря. А у него есть. Понимаешь, у него есть. А у меня нету, блин. И несмотря на это, ребята, он... Всосал просто. Просто всосал от меня. Тут рандом, друзья мои. Рандом тут. Даже у тебя будет супер охрененная колода, но тебе не выпадет нужная карта. И все. Все, ты обделался. Вот как тебе, вот как вот мне вот выпадает здесь вот 5. Вот зачем вот... Вот зачем вот у него, интересно, вот сив находится? Если вы разыграете здесь карту, добавляет Юкупию в руку противника. Давай. Ну что, сбрасываем? По идее, должна слететь смерть. По идее, ребят. Американ Чевис. Да и фиг с ним. Два и два, да? Давай, наверное, сделаем так и так.
Смерть у него, ребята, была. Ну, давай смотреть. Блейда порубил. Не Блейда этого. Че, выставляем? А там, друзья, уж как карта лежит. Он мне сколько он? Две карты мне вернет, да? Причем не самые дорогие. Там смерть и... Куда он сейчас? Ну ёп! Ну пипец, ребята. Ну пипец, блин. Ну нахрена ты сюда-то смерть, блин? Такой западло сейчас сделала мне игра, блин. Она, он смерть Хэлла, смерть вернула именно туда, где она встала, блин. Целенаправленно думал, что пойдут по другим этим, блин, локациям, да хрен там. По другим локациям она пошла. Ну здесь варик только лоджию ставить. Потом уже мастер меча, либо леди Сив. Опять же, все зависит от того, какая карта выпадет нам. Добавляет глыбу. Будет прокачивать их, да? Ладно. Короче, он занял, так сказать, эту нишу. Дальше-то что? Че, этот камень ему как кость в горле сейчас встанет? Сельбрариус. Я вот просто думаю, если мы сейчас, например, поставим этого хмыря, он успеет ему засифонить все или нет? То есть он заблокирует, он успеет эту свою фигню пшикнуть или нет? Нет, вопрос какого-то просто интересует. Нет. Он, друзья мои, не запшикал ни хренашечки. Горчички. До свидания. До свидания, дядя. До свидания. Карты здесь получает плюс 5 к силе. Так здорово, так. Пух. Как по щелчку пальца, ребята. Как вот так. Пух. И все усилились. Это мне нравится. Еще один матч, ребята, нам осталось выиграть. И и все. И все. Будем закругляться. Времени уже... Посмотри, сколько времени уже.
Без 26, ёк-макарёк, времени уже, блин, утро. Сидим тут, наяриваем. Так, ну если смерть есть, то Леди Сифу ее должна убрать. После четвертого хода уничтожает все карты проигрывающего игрока. Угу. Трипл, блин. Поставить Жигарёна сюда, дальше что-нибудь. Все совмещает, все совмещает. Совмещатель фигур. Блин, ну это пипец ему везет. А мне... так себе. Так, Локджо поставим, да, наверное. И Блейда. Блейд скидывает Геликарьер. И нам еще три карты летит в бонус. Он тут все на плащевках своих. Блин, мои карты родные улетели. Ну что, ребята, я вам скажу. Труба дело. Да подожди ты, куда ты? Что тут у нас? Если в конце вашего хода у вас здесь еще эта карта уничтожается. Ну а что мне еще, ребята, остается делать? Блин, этого нету у меня. Как он называется-то? Вот и Хэлла появилась. Давай сюда смерть, пожалуйста. Ну вот, хоть что-то, блин. Ай, все равно проиграл, ребят. Если бы вот сюда смерть. Ну почему он постоянно, блин, не туда скидывает? Твою... Блин, когда надо смерть, он ставит ее в нужную локацию. Когда, блин, не надо, он ставит ее куда угодно, блин. Уродина, блин. Вот именно из-за этого, ребята, и вот рандом. Вот откуда я знаю, куда она поставит? Я знаю, что она выставит карты, но в какую сторону, я не знаю, ребят. Поэтому, блин, в принципе, играешь правильно, а то, что она вот вытворяет, блин, Тахелла, это уже не от меня, ребят, зависит все. Если, например, призрачный гонщик, ты знаешь, что он выставит карту туда, где он стоит сам, то да. А это... перемещается в разные локации случайным, блин, образом. Давай так сделаем. Ну что, он заблокирует, да? Ваши уничтоженные карты.
Заблокировал, типа, да? Куда он там? Отступить, блин. Нет, я пока не хочу отступать никуда. Так, где у нас там тройки нету. Давай так попробуем, я не знаю, ребята. Есть у него что-нибудь за 12? Я еще не легче сделал, еще перетянул сюда карту, блин. Так, 2, 2 и 3. Итого 9. Фух! Отлично, ребят. Гоблина поставил. Такой деловой, думаю, я сейчас гоблина поставлю. Ой, блин, рейдчик у меня, типа, блин, получит. Да не тут-то было. Щенок. Мы еще не таких ломали, да, друзья мои? Мы еще и не так. Ать, захотел куда? Капитан Марвел. Фу, друзья мои, ну что, будем на сегодня закругляться. Да, одной колодой поиграл, конечно, хотелось бы другим поиграть. При стандартной способности. А, вот тут можно, видишь, как сделать. Вот, теперь показываются постоянные эффекты. Вот. Сбросить. Сбросить, уничтожить. Угу. Стоимость энергии. Нормально, кстати, хотя бы так. Теперь проще даже сказать там. При раскрытии. Оп, смотришь. Нормально, кстати. Слушай, нормально вот этот фильтр. Нормалек. Ну что, дорогие друзья, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.